Добрый день! Сегодня мы представляем вашему вниманию поршневой дозатор модели MD500D2, который изготовлен из нержавеющей стали 34 и 316 цель. Также дополнительно оснащен датчиком наличия тары, датчиком счета тары, который выводится на дисплей. Итак, давайте начнем. Сегодня мы с вами разливаем перекись водорода. Объем нашей тары 400 мл. Пошло по второму кругу. Теперь мы с вами произведем переналадку на 200 мл и продолжим. Итак, мы с вами произвели переналадку на тару 200 мл с помощью регулятора дозы на боковой панели. Также мы отключили с вами один цилиндр, так как на 200 мл она не нужна. И теперь продолжаем. Давайте я вам продемонстрирую. Объем. 200 мл. Спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания.